Доброе утро. Мир вам. Доброе утро. Давай по этой катал зайти. У меня, я покажу там, ну, две такие оставляю. Давайте демонстрацию. Ну, давай сейчас демонстрацию. Как, получилось? Так. Нету, да? Сейчас. Видео отключите, которое от вас идет. Видео. Мое видео. Посередине отключить видео. Да, отключил. Так, сейчас. Дело в том, что у меня вверху все время неприкасаемый. Я Володе говорю, не прикасайся к ним. Он говорит, я не трогал. Две отдельные, которые ткнул, там показывает, какие новые комментарии. Слышно? Слышно, смотрите, у вас это пропало, да? Нет, которая комментарий осталась, а другая рядом была, которая система их относит к богохульным. То есть там только одну кнопку толкнешь, и она сразу заблокирует его. Так вот эта блокировка... Ну вот, давайте, заходите. И вот я захожу. Вот теперь мой курсор где идет. Вот это вот первое я открываю, первое. Вот это вот, ну... То, что это очень хорошо. Но она почему-то в общие комментарии не вставит эти, которые система их вычленяет. А другая вот здесь вот рядом. Вот. Как я ее нахожу, находил раньше? Я сейчас вернусь к первоистоку. Вот я сейчас ее превращу в первую страницу. Вот она, первая страница. Значит, когда мне устранять ее нужно, я нажимаю менеджер. Нажал. Она открыла. Дальше. Я записывал, как мне говорили. Внизу классическая версия. Сразу нажимаю, там бежит человечек. Правильно? Да, да. Я нажал ее. Вот она выскочила, и здесь написано пропустить. Да. Я пропустил ее. А она дальше-то теперь из этих я выбираю, а там еще такого путного-то нету. Ну, какие там? Не знаю даже, что тут выбрать-то. К сожалению, мне почему-то из-за того, управления, кажется, я беру. Что, наверное, у вас закачка. Да, у меня тут скачает. Да, панель управления. Панель управления сейчас. Из-за закачки я ничего не вижу. Потом... Так, а что делать? Панель управления. Сейчас я тогда у себя зайду и посмотрю. Ну, посмотрите. Потому что я у вас ничего не вижу. Ну ладно, панель управления я нажимаю, а она меня не запускает на ту, которая исчезла. Я их берегу, так к ним не прикасаюсь. Все. Мне очень удобно. Но если бы она их в общую систему-то ругательную заносила, то бы нормально. А то она ее отдельно вычленяет. Это отдельно у меня исчезло. Второй день. Так, сейчас зайду. Скоро классическая версия исчезнет вообще. Я читал, написано. А что это означает? Не будет классической. Ну, то есть будет все вот... Нельзя будет в классическую версию зайти, можно будет только в обычном варианте. Ну а как тогда найти так. Это? Она выделяет их отдельно, то я их не могу найти, где она там это ругань-то? Так. Панель управления. А, ну все. Все, они у. А, нет, вот есть. Сообщество. Но в сообщество. Заходите слева на. Да. А туда я переместили. В сообщество никогда не заходил даже. В сообщество, ну надо. Вот. Ну, вот сообщество, да. Видите, комментарий. Так, есть опубликованные, а есть на рассмотрении. Вот это два раза. Я зашел, еще теперь здесь. Так, вам нужно какую? Которую система отрабатывает или которую все? Которую она отрабатывает, которая сюда бросает. А это на общее выставила опять. А вот смотрите, сверху там... На рассмотрение есть. И спам. Ага, на рассмотрение. А и спам нажать, да? Смотрите, на рассмотрение у вас там есть сколько-то? Нажмите на рассмотрение. Я нажал. И там есть какие-то комментарии? Наверное, это уже другое, вот это. Паренек. Ну да. Вот видишь, это, ну, самое простенькое. Вот. Все, она и есть, видать. Потом... Это оно и есть, да. Да. Ну все, ладно. Я перейду на другое, чтобы ее не шевелить. И попутно поговорить надо маленько. Игнат Тихонович, не удивляйтесь, если в феврале пропадет все вот это.
Все будет по-новому. Ну так научишь? Да, я просто научу. Я тебе Просто мне напишите вот что хотел, и научу. хотел сказать. Те, которые нападали, они-то это все по неведению делают-то. Ну вот вы послали этому Георгию Максимову. А как вы узнали, что он получил? Я не понимаю. Послали, это я понимаю. А как узнать, что получил он? А ну, у меня он есть в друзьях, ВКонтакте, в друзьях он. И там, когда человек посмотрел, там написано, что все. Ну, видно, что он все открыл его, это письмо. А если не открыл, там тоже видно. То есть открыто и не открыто различается. Ага. Ну, примерно, это можете предположить, что вы ему послали-то? Вот, ну, то письмо, которое я вам присылал, которое вы подправили, и все практически, ну и вот документы, материалы, фотографии, где, допустим, вы стоите с Вот теперь у вас мнение такое, по вашему мнению о нем, думайте, как он это будет считать или отмахнет? Я думаю, он прочитает это, прочитает точно, но я как бы представляю, в каком окружении он находится. Окружение у него Дворкин, там Новопашин. Этот Дудина, там он знает этого, Ну, потом что этого знает я хорошо. скажу сразу. Ему-то какая разница? Ему что, кормежка нужна или рай попасть? Но если явная ложь, а что думает Дворкин? Зачем думать, что Дворкин-то думает? Ему зачем? Затем специальный человек, ему документы показывает. Прочитав эти документы, он должен какие-то выводы сделать, а выводы не в его пользу. Он лгал. Лгал круто, по полной программе. Если он настаивает на этом, значит, тогда митрополит Алтайский под запрет идет. Священники, которые с нами служат, под запрет идут. Согласно всех канонических правил. Как он может издали говорить это, а это дает и народную линию. Какую он дал мне характеристику-то? Митрополит Сергий-то. Да из них никто не получит такой характеристики. Да, Документы да. показывают фотографии с митрополитом Виталием. Его тоже ничего не делает, не влияет. Ну, сегодня-то уже дело прошлое. Объединились. Теперь уже стали те не еретики, не раскольники. В один день все сменили. Ну и как думаете, как он сдвинется с места? Ну, Попросит про... я думаю, не знаю, я просто молюсь, потому Ну что да. я как бы знаю, в каком духе они находятся. Дух этот не Божий, Ну, они Божьи-то поэтому где они будут? Это только говорите, тогда не просто я молюсь, а я должен буквально гореть вместе с ним от страсти. Что же такое? Он знает, что не так, в его духе, что кормежка, корыто, голова застряла в этом корыте. Ему зачем это? Почему этот не ну. побоялся, Федотов Андрей-то? Почему он не побоялся сказать, заступиться за отца Владимира Головина? А он напал на него, то есть разное? Да, так вот разное, разное. Ну Может, как же так? вот как бы два варианта есть. Я как бы рассматриваю как два. Либо я просто насчет него заблуждаюсь, то есть я считаю, что он искренний, потому что я давно его знаю. Но может я заблуждаюсь, и может он и не искренний совершенно. Я вот это не знаю даже. Если он искренний, то для него должно быть это остановкой. То есть он должен как-то одуматься или там позвонить, или разобраться. У меня А если бывает не искренний, то он отметет это. Ко мне бывает так, заводит человека прямо, я сказал, он зашел, я глянул на него и беседовать не буду. Я даю знак, я беседовать не буду. Не буду. А почему? Я не могу объяснить. А тот человек начинает делать такое, что и тому, кто привел, понятно, что он делает не то. Простое дело, я показываю, вот у меня половичок, на нем эта улица заканчивается. Перешагни сюда. Он сразу взрывается. А что вы мне командуете? Я говорю, ты ко мне в комнату зашел. И он дальше уже понесся в разнос. Я говорю, как ты не видел? Ты понял, какое лицо у него? Какие глаза? Ну, маленько-то, надо опыт набираться. Я вот смотрю на этого Георгия. У меня мысль такая, ему закрыто это все. Он не будет ни при каких данных, никаких документов. Он застрял здесь. И он страшно подумать ему, в страшном сне, что и с ним поступят по-другому. Не здесь, на суде Божьем. А они не верят в это. Ну какие еще данные-то? Зайди, ну 20 500 роликов, ну можно по ним найти что-то? Где-то против, когда сейчас выставляют объединение, там столько слов сказано, сейчас разбор, ну,
Юрасова идет, засчитывает Сергей Пупков. А и дальше-то 60 вопросов Алексея II, митрополита Кирилла тогда он был. И такого разбора им никто не сделает. И вопросов, почему никто не сделал? Никто, когда видно, что говорят неправду. Что гибнет церковь от них. По крайней мере, те люди, которые рядом с ними. Притом я это доказываю абсолютно точно. На основании до 15 мест Писания показываю. Он должен сказать, в Библию я не верю. Тогда все встанет на место. Но пока он это не сказал, я все еще думаю, ну может, можно пробить эту глыбу как-то. Вот я тоже так думаю. Поэтому надо что-то... Письмо, так, надо шанс-то дать. Так, второе. С Новосибирска, где Новопашин, там какой-то диакон вылез на меня. Это было, можно даже поискать. Икона такая, он из-за иконы как будто выглядывает. И хлещет в меня. Там прямо, я уж не говорю, там Кизельская, Дулевич, он учится в семинарии. Тут вообще, видно, ничего неверного, никакой нету. Он сначала отец Аким Безблагодатный такой наворачивает, он учит там, то есть. Вот у нас когда были здесь другие священники, я когда уже познакомились, священник стал к нам ходить, я рассказывал о нем. Вот. Потом он нехорошее дело попал, Владимир Суртаев. И говорил им, что икон нет. Я говорю, а почему ты говорил? А чтоб к вам не ходили. Он не скрывает даже. Божью Матерь не посчитаем, чтоб к вам не ходили. Ну а те-то люди, которые от вас этого набрались-то, они были у нас. Им говорят, иконы есть. Но у него уже остановка. И учился он в семинаре, а в семинарии говорили, у баптистов икон нет. Он заранее установку твердую понял, что я баптист. А раз баптист, дальше никакая икона не поможет. У него следующая строка написана, икон у них нету. Ну вот они иконы, а это не ради вас повесили. У них написано, нет епископа. Ну вот он, епископ приехал, приехал. Они его палками гонят потом за самые деревья, пока он не убежит. То есть, тут даже бредом нельзя назвать. Эти люди, ну какие они? Приехала одна и говорит им, которые натравливали, он говорит, только у них епископ приехал, какой порядок, тишина, какие иконы. А которые его туда, толкал ее сюда проверить, он говорит, это все нарочно, главное, что баптисты. У него полностью в мозгах вмонтировано только одно, другой ямочки нет, куда этому шарику закатываться. Так вот, я про Дулевича говорю, ему абсолютно бесполезно. Мы немножко с ним говорили, он до того нагло вел себя, как вот эти ученики Данила Сысоева. Нахальный, нахрапом, но и хлопнули, как сейчас. Исчезли, нигде нету. Воля Божья. И это точно так же. Просят меня, чтобы ролик не опубликовывать. Проходит 2 недели, я ищу ролика, нет, они украли. Как они это могут делать? Дудин это делает, помогает. Ролик украли, а теперь режут по частям и выставляют. Понимаешь? Ну, грань какая-то должна быть. И он дальше уже порит и порит. Там это и митрополит против нас. И, то есть ему надо... И дальше какие-то шаманские напевы там поет, трясет его всего. Что же это? Тому и писать не надо. Но на меня вышло... Не на меня, мне скинули. Киргизская митрополия, там, видимо, несколько храмов. И на меня. Там я проповедую обрезание. Нельзя ли, вот я для вас говорю, вот кинуть на них это? Тот материал, который есть. Можно вот туда надо кинуть, потому что это уж вообще... Я не то, говорю что там про Дудина, это вообще бессовестнейшие люди. Но этот первый раз. И в Новосибирск 2 места хотя бы. Новопашин, он учился вместе с моим отцом Акимом вместе. И как-то на Новопашина напали. Там такой сумерка, и он договаривается что-то с ребят. Ну, то есть... Гомик якобы. Я тут же выступил под этим роликом на него, на Новопашина, и сказал, я не знаю там где, что, встречи, я знаю только Новопашин не такой. Если вы мне верите, то поверьте, он этого не делает. У него, ну в другом чем-то, зачем же вы говорите? И больше не было там. И там не было, и мне он, ему-то все равно это дали знать, что я заступился и авторитетно заявил. Это неправда. И который говорил, и он говорит, теперь я ходил у него исповедоваться, и не могу ходить. И я ему отвечаю, и не ходи пока, пока сердце твое не уляжется. А когда ты будешь молиться, и Бог покажет тебе, что это неправда, пойди на исповедь и ему скажи, так и так. Это я думал о тебе так. Прости меня, отец, чтобы искренне была твоя исповедь. И тоже ответа нигде не было. Но я думаю, ему обязательно сказали, он на меня никогда нигде не нападал, ни разу.
Так вот, хотя бы на двоих, а может через Новопашина, диакона этого найти и сказать: ребята, это ваше дело, что угодно говорите, но вот вам, чтобы вы знали, чтобы потом не говорили, что не знали, и скинуть эти материалы. Скажи, рядом, которые находятся люди, священники, митрополит, епископ был, он сейчас уехал, Антоний был, подряд три епископа, и у нас со всеми отношения, хотя второй нападал, но под конец его патриарх спросил, как отношения с Игнатием, и он мгновенно: я хочу хоть на вертолете, а батюшка говорит, садиться некуда у нас. Этот Максим Дмитриев. И вот это каким-то образом попытаться, вам это дано прямо, но я не могу это сделать. Чужой, говорит, язык может сказать. А может, даже выйдут на разговор с вами. Поговорите с позиции вечности. Нам всем умирать. Я-то забочусь о них. Мне это ни грамма, нисколько не вредит. Даже все у меня отберут сегодня. Да. То я завтра начну новое дело. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со Златоустом путь житейный пройден. С той стороны земли на все гляжу. Я обязательно начну новое дело там. На пленке насчитывал, расходился, теперь вошел в интернет, и не на последнем месте мои материалы. Определенно. Бог дал сколько вас помощников-то, 14 сразу. И людям им сказать, что с позиции вечности нехорошее предчувствие, и вам нужно поправить это дело. Мне от них ничего не надо, кроме того, чтобы они увидели, что они ошибаются, и в тайной молитве попросили Бога прощения. Обо мне, скажу, он даже ничего не имел, не то, чтобы прощать, а мне и прощать не в чем. Я только сожалею и молюсь. Вы все в моих молитвах. И о них я ни одного слова, о ком говорю, нигде, никогда не говорю. Ни одного. Никогда, нигде. А заступаться заступался. Что они, совсем не понимают, что мы одной церкви принадлежим. Вот если можешь, дорогой мой брат, как-то сделай так, подход такой, сначала узнай, примут, не примут, а потом скинь. Или сразу скинь. Скажи, вот данные, которые документальные, скажи, и стоит ли вам дальше-то это продолжать-то? Неправду-то говорить. В моей деятельности они ни один не помешали, ни грамма. Когда они выступили на рождественских чтениях, и выступила там какая-то Анна Владимировна, ей Дудин написал. И они там: давай, надо на митрополита, нет, надо на Роспотребнадзор написать, то другое-то. Я на утром встал, у меня на форуме ровно в 20 раз больше посещаемость. Я говорю, что-то техника сломалась. То есть они разожгли, а те люди пришли, но они не нашего круга, они тут же ушли. Через 2 дня стабилизация вернулась к тому же. И они там, она плела там про детские лагеря, и не пойму, при такой дисциплине, как дети могут смеяться? Но самое главное, за него начальство заступается. Да митрополит за него, что делать? Дворкин отступает. Тут ничего не сделать, надо Роспотребнадзор. А митрополит за него. Но им надо добить меня. Но Господь-то где? А Господь разве не видит, не знает? Они приговоренных к смерти спасать не будут. Но если у них будет беда, я уже скорблю. Я все забываю мгновенно. Каждый день я поминаю в молитвах вслух Глеба Грозовского, который сидит, 14 лет намотали ему. Я молюсь: Господи, сохрани его, не дай ему погибнуть. Это не игрушка. Вот, чтобы вы знали мое отношение. До сердца дошло? Конечно. Ну, вот и все. Вот я уже тут посмотрел, вот тот протоиерей Дмитрий Шушпанов, который сказал то, что вы проповедуете обрезание якобы. Да. Вот это благочинный Республики Киргизия, Киргизской епархии. Да, благочинный да. Он является. И где сейчас, я проповедовал? Где сейчас его контакт. Где я проповедовал, когда? Его контакты я найду. Сказал. Ну, то есть вы понимаете, даже уже не ложь, а прямо вы вместо сатаны встали. Да. Бывает хоть как. Ну и то, что... Но, видимо, он с обрезанным осквернение народом. От умершего. С обрезанным народом-то живет там, в мусульманской стране, и больше ничего не знает. Решил меня обрезками забросать. Не годится, брат. Нехорошо. Ну, а тут только на дуляющий выходить не надо. Там ничего, кроме хулы, нету. Я думаю, таким людям просто закрыто не дается покаяние. То есть они лишены уже этой. И покаяния не верю. И вот этот, который Сарионов, там Антео был, они из одного мешка все. Как-то со мной они говорили.
И забыли выключить. Я дальше слушал, что они говорят. Ой-ой-ой. Ну вот так. Да. Ладно тогда. Ну вот, я как планирую, если Бог даст, вот сейчас Андрею Федотову письмо написать, Да. этому отцу. Скажите, что я Потом приглашаю. вот этому, Так, на да, крещение к пригласите отцу его. выйдешь на Головина, батюшку. Скажите, что все-таки вы обещались, батюшка, ноги выздоровели. Поезжайте, скажи, когда вы будете там вместе с ним. К 12 июля подготавливай, июля, чтобы попали на крещение. Возьми того, который у тебя репортер рядом сидит, которая женщина у него интервью брала, матушку и сына своего, кто он там у него, Денис или кто? Дениси. Анастасия. Анастасия. И его возьми, скажи. И тут отдохнете. Я вам выделю отдельный дом. Да, я им отпишу. Да, Всем скажи, это отпишу. же интересно. На одном месте сидите. Вам трудно. Ну, зайдите. Вот меня вокруг меня что было, но никогда не было, чтобы вот так затруднительно было. А потом даже митрополия принесла покаяние у старообрядцев, когда мы были. Ложь. И тот, который ложь написал, с ним страшная трагедия. А он был духовник митрополита. Его отлучили, извергли из сана Павла Морозова и запретили молиться. А Маша, его ж дочка, образовала новое течение там. Он меня обложил со всех сторон, а там теперь мне сказали, вот на вас это ложь всю писал отец Павел Морозов. Зачем я ему понадобился, не знаю, но только я знаю, он коснулся, не надо было трогать. Они у меня на учете, люди. Когда они касаются, я тогда начинаю усиленно молиться, чтобы Господь их не трогал, пощадил. А что они будут наказаны, я немало не сомневаюсь. Наказаны просто страшно как. Представь, священника, духовника, митрополита сами отлучают, запрещают, анафеме предают, снимают сан, запрещают молиться вообще. То есть они не знали, что с ним сделать даже. А он-то, я теперь за него жалко. Он только сказал, что и вы с КГБ были все связаны, я же все это знаю. И вот его простить ему не могли. А когда Глеба Якунина спросили, как дела у старобрядцев, у баптистов, да у них, говорит, точно так же, как у нас. А Глеба-то я знаю, у меня с Глебом интервью 16 часов не опубликовано еще. Да. Ну, вот так. Ну вот мне вот интересно, из практики, ведь, допустим, сказать ложь, какой-то оклеветать, это ведь, ну, серьезное такое преступление. Внутри церкви существует ли институт какой-то, который может регулировать этот вопрос, который, допустим, один сказал про другого неправду, другой жалуется в суд какой-то там, и разрешается этот вопрос. Потому что это же ведь, ну, как-то сказал и ничего вообще. То есть ни ответственности никто за это не несет, ничего нету. Ну вот явная ложь сказана, да. Второзаконие 19.19, это правило. Если обвинял, не доказано, его судить по той же статье, под какой он меня подводил. Это очень серьезно. И в канонах церковных точно такой же закон. Ну а теперь, всякая ложь от кого? Дьявола. А Евангелие от Иоанна 8.44. Значит, с кем они знаются? Я могу просто Дьявол, предположить. Ну так понятно. столько лет. А я не знал. Я ответил, ты не знал. Но Бог знал. Если Бог знал, а ты ему молишься, в алтаре поднимаешь руки. Почему Бог, которого ты знал, и он тебя знает, почему он тебе не ответил, что это стопроцентная ложь? Отсюда вывод, вы связи с Богом не имеете. А для лжи открыли уши. Поэтому вы даже не христиане, а может, самые настоящие сатанисты. Дело-то далеко идет. Не просто так. Написано, всякая неправда есть грех. Всякая неправда. Участь лжецов в озере Огненном, это ужасно. Мне скажут, а вы никогда не говорили, чтобы солгали? Пусть покажут. Перед всем миром принесу покаяние. Но пока нигде никто ни разу меня даже намека не сделал на это. Почему? Я много молюсь, прежде чем сказать. Вот это я Да. прослушал Андрея. А он сейчас как, под запретом или нет? На вольные хлеба ушел экологию? Нет. Нет, он под запретом не был, ему только запретили в Ютубе выступать. А сейчас ему опять разрешили. Ну так он сейчас То есть священником или ему кем? запретили. Он священник, как был, так и остался, под запрет не попадал. Но он сейчас служит.
Да, сейчас А в слушаю. четвертом ролике он говорит, я оставляю все, ухожу в экологию. А, да? Да. Ну, я тогда что-то он я это не знал. Прощается к прихожане или кто там, женщины, девки, там все в штанах мужских. Он ни слова не говорит. Ну а косички-то можно ему сказать. И он говорит, я прощаюсь, и поэтому я ухожу в экологию. Поэтому мне надо там учиться сейчас. А у меня был такой разговор. Это в больнице лежат, и лежит настоятель местный. Ну и там какой партию-то разгромили. И тот говорит, не знаю, куда пойти. Он говорит, что думать-то? Только в попы, говорит, или в экологию. А тут как раз и поп, и экология. Мне сразу то припомнилось. Там, говорит, еще тебе не надо. Ты будешь как сыр в масле кататься. Это в больнице рассуждают они. Мало того, записывают подобное, жирное. У меня одна мусульманка переписывалась. Отец Игнатий, а почему наши мулдашки жирные такие? Мулдашки. И мама. Ну вот он типичный пример, вот я посмотрел, он очень творческий, ему там хотелось очень и проповедь делать, потому что у него до этого канал, он там и проповедовал, ну, интересное всякое создавал. А ему вот это именно взяли, как будто назло специально, заблокировали именно это, то есть запретили вот этим заниматься, чем он хотел заниматься. И видать, вот он и вышел уже из этого. Ну, то есть, удивительно. Самое главное, что выступать в Ютубе ему запретить-то никто не может на самом деле. Да. Какого епископ не вообще такой власти не имеет проповедовать Христа, запретить? Не может просто хоть как. За Владимира Главина-то за что и ненавидят? Ему запретили служение Главину, ну, в то время. И еще запретили проповедовать в интернете. А он в служение-то он запретился и все, больше не подходил к служению, а проповедовать продолжал, поскольку говорит, это у епископа власти такой нету. Так они так обозлились все на него, говорят, вот он непослушный, он там не смиряется. А чем он будет смиряться, если у епископа нет власти такой запретить проповедовать? И ему говорят, вот он раскольник. А в итоге все ошиблись, ничего, он не служил ни разу. То есть как только ему запретили, и он больше ни разу не брал, ну, служение на себя. То есть это для него святое, если запретили, значит все запрет. А вот что касается в интернете проповеди, то он вообще ему дела нет, что там по поводу этого говорят другие, что там епископ сказал или еще. Это я считаю правильно. Если власти нет у епископа на это. На нас очень сильно наседал А наш то. епископ. Мне грозило отлучение, батюшке запрещение. Я сказал, как только он объявит, я сразу в коридоре буду стоять. Я и так все время в коридоре стою. Но занятия в университетах, в школе, в милиции, где я вел занятия по радио, он мне не имеет права никакого. И правда, прошло немного времени, он на занятия приехал сам в университете, епископ. Я ему там дал слово, и он говорил. Ну да. Ну вот здесь, если, когда он на меня, то мне, я его видел, кажется, я даже не знаю, что так я его не захватил в памяти-то. Кажется, он на меня выходил, пидотоп этот. Кажется, такие вопросы у него были, на которые я просто ссылался, даже и отвечать не стал, настолько они простые. И мне показалось, что он шалит, балуется, все время в машине и все время что-то там недоволен. А почему же на проповедь-то не идет? Главная исцеляющая область – это проповедь. Ему тогда некогда будет заниматься, вот составлять там, надрываться, что он поет. Вы видели, как он там перед микрофоном-то поет? В конце ролика всех. Мы вчера смотрели, и он, Видел. как он Я дергает, как он кривляется. вам тоже скинул. Да. Ну вот, как-то бы Я вывести вам его. скинул там мирские песни. Он поет уже под конец. Ну, вот новое, что у него пошло. Мирские там, Виктор Цой там и прочее. Так его спросить надо, со мной разговор у него был или не был? Есть, нет, ролик, нет? Я, Епископ. наверное, понял. Вы думаете, вот вам с машины, да, звонил священник, где-то может. Ну, где-то более полгода назад, еще, ну или еще раньше туда, Да. с машины такой, и спрашивал про Марию Египетскую, да, вот это говорил. Наверное, Это вы вот помните? этого, да. Нет, нет, это другой. А кто ж такой? У меня есть это видео, ой, есть, я вам сейчас скину, вы посмотрите. Ну да. Я где-то сохранил. Но его положение, когда начали его трепать другое-то, и его тяга вот это к мирскому, песнопением таким, как он, что это очень близко к тому Вальтеру отойти, вот который приехать хотел-то бы. Ну и я ему запретил приезжать-то.
Это очень легко в этого монаха Баранова, который около Невзорова бывает часто. Тут надо просто стоять на проповеди и иди. Другого лекарства лучше. Нет, он будет занят, и новые друзья. А свое дело делать. Должно быть так, как у свидетелей Иеговы. Каждую неделю не менее 40 часов на проповеди. А если ты поп, в течение месяца не меньше 170. Это у них так, там он полковник, там майор у них, воинские звания. Ну вот это я хотел сказать, чтобы скоординировать наши мысли. Я делать-то ничего не могу, а ну, размышляю об этом. Смирнову я как-то пока... Интересно, что... Смирнов не принял мои материалы о воинской службе, ему воевать надо. На Ткачева я опасался выйти, с первого дня посчитал очень опасный. Если он... А его тут хлопнули, тот, там Новопашин и другие. Он, я думаю, это все-таки предохранительная стена, он вряд ли теперь на меня полезет. Ну да, потому что это сразу... Вы понимаете, вы как, не знаю, как катализатор, что ли. С вами сталкивается кто? И у него жизнь сразу в противоположную сторону идет. Да. И не все, и никто не хочет это, выходить из этого состояния комфорта. Вы всех выводите на сразу другой уровень. Ну да, ну да. Вот, допустим, спрашивать, что делать. У человека неурядица какая-то. У меня один ответ. Родиться свыше, быть водимым Духом Святым, идти на проповедь. Все. Идти на благовестие. Как можешь, сколько можешь. Конечно, ты должен быть примером. Если брюхо, значит, маленько убрать его. Как мне тут начали говорить об одном диаконе. Взяли бы в поездку, я говорю, что лучше. Да я лучше бы 1,5 сантиметра книг наберу. Как тут один говорил, говорит, а у них, говорит, набираются такие, говорит, тонкие, звонкие, прозрачные. Ну ладно, да. Тогда. Хорошо. Вы не против, что я все выставляю в интернет, разговариваем когда? Не против. За. Да. Ну ладно. Ко мне вопросы. Да пока нету. Ну и слава Богу. Как так сходу нет. Ну все, я доволен. Слава Христу. Елена, ну все, с Богом. Да. Вчера я, представь себе, вообрази, в оба глаза 8 раз я составил схему и выдержал это. А там начал считать инструкцию к этим каплям, а там записано 6-8. Я сразу перевел на 6. Там же написано 6-то. Я не успел на кровать ложиться. Но стало легче. У меня рука легкая, у Елены. Вы видели? Ну да. Видели фильм-то как? Видел. А, кстати, я с этим ВКонтакте там связался, и они просят для доказательства, чтобы вы, говорит, должны вы сами выйти и отправить им жалобу, вы. И фотографию отправить, то, что вы, у вас монитор, ваше лицо, и вы как будто пишете жалобу. И тогда, говорит, мы поверим, что это... Я говорю, ну вот так же нельзя, это человеку 81 год, ему зачем это все куда-то лезть там. Я им отправил тоже. Сфотографировали с паспортом. Почему я должен теперь? У меня люди называются... Они говорят, типа, а вдруг вы украли? Ну, вдруг это, не, ну, как бы вы просто взяли, откуда у вас эта фотография. Сейчас мы разговариваем-то, мы, что они не украли, что это действительно так. Они вас видят. Вы мой брат. Я вам доверяю полностью. Называется представитель ИСА. Представитель. Ну, как адвокат его или кто там... назвать его, юрист. Никак. Ну, я ему написал, говорю, ну тогда, я сейчас написал, говорю, если мы ролик снимем, где он полностью говорит, то есть называет свой номер канала, и вы сейчас жду ответа, они согласятся, и тогда я просто вам позвоню, и вы скажете это, и я им отправлю. Да. Ну, вот это можем поговорить, и я паспорт возьму здесь, чтобы было видно перед глазами, с вами разговариваю. И там-то разве не ясно, что не составлены паспорта? Там не одну можно фотографию дать? Ну да. Ну это ладно, это я вам, если что, так, как мы напишу. Поставить? Сейчас они ответят. Да, все, пока. Они ответят когда. Да. Все. Спасибо, Христос. Слава Христу.